Зрители спешат занять места. Они в предвкушении грандиозного зрелища. На сцене филармонии имени Жамбыла выступят учащиеся и выпускники легендарной Байсы. Так ласково именуют школу имени Куляш Байсеитовой ее ученики. Булат Аюханов, Нургис Атлиндиев, Мансур Сагатов, Марат Бисингалиев и еще много ярких и выдающихся музыкантов взрастили талантливые педагоги, среди которых профессора и доценты, народные артисты и отличники образования. За 70 лет школа-интернат внесла огромный вклад в развитие музыкального искусства страны и стала поистине кузницей, где готовят исполнителей высокого уровня. Я хочу поздравить всех, кто свою любовь, свой талант, свой профессионализм отдает нашим юным дарованиям, чтобы в нашей стране было очень много прекрасных, талантливых, образованных, интеллигентных, утонченных людей. Моя школа, я это с гордостью говорю, на самом деле это дает как вот с первого класса, то есть как с молоком матери. От всей души поздравляю всех педагогов специальной республиканской музыкальной школы для одаренных детей имени Куляш Байсеитовой. Поздравляю всех, весь руководящий состав, конечно же, в лице нашего Ахана Дулаевича. Я хочу вам пожелать здоровья. Спасибо вам за ваш бесценный труд. Спасибо вам большое. 12 лет обучения в школе, тщательная и долгая подготовка в мир искусства. Профессия музыканта требует больших усилий. Педагоги, словно умелые ювелиры, ограняют алмазы, формируют из 6-летних малышей музыкальных гениев, причем из разных регионов Казахстана. Для них предусмотрены общежития на 110 мест. Сегодня в школе обучается 480 учеников. Они играют на всех известных инструментах мира и говорят на трех языках. Мы одним из первых перешли на трехязычное обучение. Английский язык здесь мы обучаем, учим детей с первого класса. Девятого, десятого класса все музыкальные дисциплины на английском языке. Вот результат. Наши дети в 14 государствах мира обучаются. В школе свыше десятка отделений. Одно из самых молодых и популярных – эстрадное. Его открытие – результат старания заслуженного деятеля Казахстана, кавалера ордена Парасат Укана Абдуллаева. Школой он руководит вот уже 35 лет. И справедливо гордится мэтрами искусства, которые тоже когда-то сидели здесь за партами. Генофонд искусства Казахстана вот формируется в нашей школе. Известные ныне композиторы, исполнители, такие как вот Герой труда Айман Мусахаджаева, ректор консерватории Народной артистской Республики Казахстан Жания Убакирова, скрипка номер один в мире сейчас Иржан Кулебаев, Амир Тебенихин, вот эти вот, вот такого типа выдающиеся музыканты, воспитанники нашей школы. Юбилейный концерт шел несколько часов. За это время около 300 детей выступили на сцене. На одном дыхании пронеслись блистательные выступления оркестров, симфонического, духового и народных инструментов. Порадовал ценителей музыки школьный хор, биг-бенд и ансамбль скрипачей. На сцене в этот вечер выступили Роза Рымбаева, Алибек Днишев, Игорь Благодарный и многие другие, кто хотел поздравить любимую школу с круглой датой. Это самая сильная школа, которая выпускает лучших музыкантов и специалистов. Я не говорю сейчас слишком вычурно, это правда. Любого профессионала можете спросить. И для меня честь, что меня снова пригласили. Помнят о том, что я учился. И даже моя фотография там висит. Наша гордость, есть такой стенд. И всегда буду только за и рад принимать участие хотя бы на юбилейных концертах. Но и не только. Почетными грамотами и благодарственными письмами акима города был отмечен ряд педагогов. Поздравительное письмо коллективу направил министр культуры и спорта. Еще 10 учителям к юбилею школы присвоили звание заслуженного деятеля и отличника образования. Совсем скоро близ именитой школы откроется дипломатический хаб ООН. Это ли не говорит о том, что музыка и мир – понятия единые? Султан Шурай, Асет Кундакпаев, Рашид Шукуралиев, телеканал «Алматы».